путешествие, пятое в сердце вулкана Попокатепетль. День второй. Мы находимся возле кратера мексиканского вулкана Попокатепетль, куда собирается спуститься знаменитый путешественник Конюх Федоров. Скажите, Конюх, как вы будете опускаться внутрь вулкана? Во-первых, вперед ногами. А во-вторых, используя вантузы. Они же обладают уникальными вакуумно-всасывающими качествами. Я проводил эксперименты, да. Сначала на мышах, потом на супруге. Мышей, правда, больше подавил, чем присосал. А вот жене на гладкую поверхность поставил, так я ее этим вантузом поднял. А в ней же 93 кило. А как вы туда проникнете? Так там же дырка, через которую лава извергалась. Вот. Вот в эту дырку и соскользну. А там уже кругом остывшая лава. И вся такая гладкая, слушай, а что бывает гладкое? Лед, каток. Не, это скользкое. Не-не, а как тефлоновая сковородка, а? Какая же она гладкая? Там же картошка с грибами. Или яичница с колбасой. О, как утюг снизу. Им же гладят? Он поэтому гладкий. Только он горячий, а лава холодная. А о чем мы с тобой говорим, корреспондент? О вашем путешествии. О каком? Я просто так часто не на крабах по дну океана. Они меня тащили, а я их ел, совмещал полезное со съедобным. Попокатепетль. А, это я помню. Так вот, к этой поверхности буду вантузами прицепляться и спускаться. Она же гладкая, все, ладно, корреспондент, я пошел вантузы налаживать. Ну, не в смысле накладывать, а в смысле резинку к ручке изолентой приматывать, чтобы не соскочило.